время плей-офф в Единой Лиге ВТБ наступает момент, которого мы ждали почти 7 месяцев. Матчи на выбывание, решающие матчи сезона. И мы с вами посмотрим первый матч серии ЦСКА Енисей. Натан Мейс. Хочется от него увидеть активности в атаке. Но вот сейчас против него два игрока. Передача внутрь и Долинин. Бросок сверху. Приятно видеть, когда молодые игроки не пытаются здесь подгадать момент. Вот на первом шаге он уходит. И да, под сирену. Это было очень красиво. Ему кормиться. Передача на Остапковича. И совсем не точно. Вытаскивает мяч Самсон Руженцев благодаря своему атлетизму. Остапкович, еще одна попытка. И на сей раз он не прощает оборону Енисея. Да, сколько очков он должен отдать. Снова решается на бросок. Пока отбора не тоже нет. Джихири в отрыве. Вот это да. Именно он первым убежал в отрыв. Кого здесь главный дуэль? Савер пока не набрал ни одного очка. Отличная возможность. Как же красиво. Ну и вот они. Первые очки в этом матче. Пока идет под диктовку вот этих ребят. И как много таких легких мячей забил Савер Тормейса. Здесь у нас дан от Остаповича. Он сегодня очень злой. Случилось, но Савер Тормейс получил болезненный удар по пальцу. Будем надеяться, что все нормально с ним. Классная защита. Смотрите, что было дальше. Амат Эмбай. И реакция. Грединова быстро. Атака ЦСКА. Амат Эмбай эту скидку делает. И снова. И снова. Да. Расшатывают конструкцию кольца буквально игроки ЦСКА. Сергей Долинин как будто испугался второй раз. Почти первый шанс. А вот Савер Мейс пробует уже с этой дистанции реализовать. Но совсем не забыл он про Семена Антонова, который всегда готов проверить на прочность кольца. Движение. Какая передача. И Бобич в углу получает мяч. Вот он, Енисей, который все полюбили. Внутрь. Все по схемам. Особенно сейчас. Каргишвили из-за дуги. Точно! Встречают буквально овации. Овации — это попадание. Сумели отметить. Все в очках. Этой фразой мы завершаем матч 96-68. Результат, к которому ЦСКА был готов. ЦСКА ведет в серии 1-0 до трех побед.